Еще один флешмоб, на этот раз песенный, прошел в Третьей Леневской школе. Дети признавались в любви к России при помощи песни. 2022 год президентом Российской Федерации объявлен годом культурного наследия народов России. Россия наша большая страна, Россия наша могучая страна, она многонациональна. Кто, как не мы, должны беречь и чтить традиции наших предков. И вот уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем с Центром дополнительного образования детей из Кикимского района. На базе нашей школы работают несколько объединений, которые именно чтут традиции нашего русского народа, потому что в России, конечно же, больше русских. И более 12 лет мы сотрудничаем с фольклорной студией «Горница». Это педагоги Татьяна Владимировна Мурзинцева, Александр Витальевич Быков. Также мы сотрудничаем более 6 лет с Леневской детской школой искусств. На базе нашей школы работают два творческих объединения. Фольклорный детский коллектив «Родник», руководитель Холина Янина Любомировна. Ребята, посещающие эти объединения, своими выступлениями открыли праздник. Во дворе школы собралось около 500 человек, учащиеся, педагоги, родители и почетные гости. Среди них ветераны поселка и молодой полицейский, выпускник Третьей Леневской. Им школьники преподнесли подарки, сделанные своими руками в творческой мастерской «Радужка», которая функционирует в школе уже много лет. Подготовка к мероприятию проходила в каждом классе и длилась больше месяца. Ребята рисовали стенгазеты и плакаты, делали топеры, голубей мира, матрешек и гвоздики, чтобы взять их в руки на праздники вместе с российским триколором. Мы посвящаем наш сегодняшний праздник нашей Родине, Отечеству. Нам очень хочется рассказать о своей любви к России в песнях, спеть их вместе, дружно, единым хором. Наша страна зовется Россией. Пусть мирное небо сияет над ней, пусть солнце наполнится радостью, счастьем, пусть песни поют миллионы людей. И мы начинаем наш песенный флешмоб. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. А если вам, уважаемые гости, захочется спеть вместе с участниками, обязательно присоединяйтесь к ним. Ведь именно так песни о нашей Родине будут звучать еще громче и еще красивее. В песенном флешмобе приняли участие школьники с 1 по 7 класс. Выходили на середину площадки целыми параллелями. Песни учили, чтобы не подвести товарищей в общем деле. А песни все красивые, трогательные и душевные. О любви к родному дому и краю, о России. Светлые реснички у моей России, голубые.
Отличная задумка организаторов школы и ее блестящее исполнение ребятами. Праздник получился замечательным, оригинальным и ярким. А школьники теперь знают еще больше песен о родной стране.